Куда звонить, если видишь бездомных животных? Этим вопросом задались в Госдуме. Там предложили запустить в российских регионах систему реагирования на обращения граждан с подобными вопросами. К примеру, как отмечают парламентарии, сегодня человек элементарно не знает, куда звонить, видя стаю бездомных собак или наблюдая факт жестокого обращения с животными. Так в Госдуме предложили создать единый номер, который будет работать в каждом регионе. Напомню, ранее в правительстве Дагестана заявили о том, что республике будет выделено 27,5 миллиона рублей на строительство приютов для бездомных животных в Дербенте и Кизилюрте.